Трудно предсказать, как будет выглядеть Таллин через 100 лет, но одно можно сказать точно – квартиры будут выглядеть совсем по-другому. Благодаря современному технологическому прогрессу, стремительному росту метража и умной бытовой технике, проживание в таллинских квартирах станет намного удобнее и дороже. Одним из самых значительных изменений может стать метраж типичной таллинской квартиры. Еще 100 лет назад семьи нередко ютились в тесных однокомнатных квартирах-студиях, которые по сегодняшним меркам считались бы непригодными для жизни. Но в Таллине через 100 лет, скорее всего, средняя площадь квартиры увеличится на несколько сотен квадратных метров, поскольку жилая площадь станет гораздо более привычной. Вместе с увеличением площади могут появиться и такие удобства, как террасы или балконы, то, что сегодня есть только в самых роскошных квартирах. Тип мебели и бытовой техники в квартире также может сильно измениться в течение ближайшего столетия. Если в приготовлении пищи и уборке многие люди по-прежнему полагаются на ручной труд, то в будущем можно ожидать появления домов, автоматизированных с помощью систем голосового управления. Кухонные прилавки могут даже оснащаться встроенными духовками и кухонными комбайнами, которыми можно будет управлять с помощью смартфона. Это не только значительно облегчает жизнь жильцов, но и снижает энергопотребление, что позволяет ежемесячно экономить на коммунальных платежах. В следующем столетии прогнозируется рост цен на квартиры. В 2022 году средняя квартира в центре в Таллине стоила около 3000 евро за квадратный метр, но если прогнозы верны, то ожидается, что со временем цены будут расти в геометрической прогрессии. Поскольку все больше людей будут стремиться в такие города, как Таллин, где есть доступ ко всем видам культурных мероприятий и хорошие возможности для трудоустройства. В результате жилые помещения здесь станут не только больше, но и значительно дороже, чем сегодня. В зависимости от площади и таких характеристик, как количество этажей и доступность, лифт или лестница, они будут стоить от 6 до 7 тысяч за квадратный метр. Захватывает мысль о том, какой может быть повседневная жизнь в квартире через 100 лет, спроектированной с учетом современных удобств и комфорта. Если вы хотите взглянуть на свое будущее, то вам придется подождать до 2121 года. А пока мы можем утешаться тем, что какие бы изменения ни произошли за это время, как бы радикально ни изменился наш нынешний образ жизни, он все равно будет служить нам верой и правдой, поскольку основан на таких ключевых принципах, как качественный метраж, доступность.